Так, по традиции наряд дня. Вот я еду на новую почту. Какой-то там ждет меня сюрприз от моей Валечки. Валечка, которая из Мариуполя. Она переехала в Бердянск, а сейчас она в Киеве. В общем, она мне прислала смс, говорит: «Инна, едь на новую почту, тебя там ждет сюрприз». Вот я вырушаю, хотел сказать. Выезжаю. Вот. Парфюм дня у меня вот такой. Вот это Juliet Hexagon Lipstick Fever. Слушайте, я наконец-то разносила этот парфюм. Очень мне он нравится. Скоро сниму отдельное парфюмерное видео. Я вам обещаю, у меня пока есть такое настроение. Скажу, что это пудровый такой малиновый аромат. Я просто в восторге от него, скажу честно. Так, ну что же. Забрала я посылочку от Валентины. Но в машине я не распаковывала, потому что настолько у меня были много дел. Распаковываю дома. Давайте вместе с вами посмотрим, что же тут у нас такое. Боже мой, я уже вижу что-то красивое, невероятное. Вот, я просто слышу невероятный аромат, не могу понять откуда. Вот я, наверное, ну, вытянутая рука, да? На расстоянии вытянутой руки я слышу этот аромат. Это роза Альба от Александр Джей. Валя, когда-то я у нее заказывала 10 миллилитров розы Альба. Вот. И я носила просто в запой, в захлеб зимой. Это невероятный аромат. И вот Валя мне как-то, она просто давно писала, что: «Инна, я тебе подарю этот флакон». Представляете, он, ну, вообще практически полный, не могу определить, но очень тяжелый, 100 миллилитров розы Альбы. Приехала ко мне мое счастье. Боже мой, щедрая душа Валентина. Давайте пару слов скажу про розу Альба. Это сливы. Он очень похож на парфюм от Киллиан, по-моему, Le Son Dangereux, опасные связи, да? Невероятная красивая слива, вот один в один Киллиан. Я, кстати, обожаю этот парфюм, Le Son Dangereux, по-моему, вот. Но чуть-чуть здесь добавлена терпкость в начале, я ее чувствую. И легенькое такое сейчас вот это, знаете, новомодный такой, ну, я называю это мускусом, может быть, это амбра деревяшки. Вот такая терпкость такая определенная. Вот. Ну, конечно, это не кирки, такой шершавый мускус, нет. Но что-то в этом есть. Благоухает просто на всю мне комнату. Так, и еще Валентина положила мне какие-то пробники. Давайте вместе с вами читать. Ксержов Симфониум. Попробую. Так. Пам-пам-пам. Это я не поняла. Ор какой-то. Луджерайл. Это я погуглю, потом вставлю картинку, вы будете смотреть, послушаю. А это у нас пам-пам. А, Сур, это, скажите мне, это тоже Ксерджов, вот этот Сур 2. Я вставлю картинки, буду слушать и, конечно же, все расскажу потом вам мои впечатления. Так, вот такой арбузик у нас вырос. Это мама дала рассаду. Арбузик красавчик. Пусть еще зреет. А вот что я еще нашла. Сейчас подберусь. Вот еще и второй арбузик. В общем, у нас свой баштан. Всех приветствую. Смотрите, кто у меня на руках. Это у меня Тёмочка, а там у нас Яшечка. И Яшечка барам-барам-барам. Так, мы тут барам-барам, потому что мы едем с палатками на природу отдыхать. Я вам в окошко покажу. Здесь камыши-камыши, а там, как это называется, господи, озера. Вот мы взяли с собой одеяло, понятное дело, что мы едем с ночевкой. Здесь уже очень много людей, но мы будем искать местечко. Вот. Тёмика немножечко укачала, ушатала, Яша немного постучи. Вот, и найдем место, покажу. Ну что, мы высадились. А тут собаки большие, это мы будем нервничать. И вот местечко есть. Собаки. Ой, это мы будем гавкать долго. Какой пес? Тёма, не бойся. Так, еще мы будем. Она маленькая. Так, ну что, ой, какие места тут красивые. Яша, где же твоя игрушка? Яша нашел себе палочку, грыз. Тёма в тенечке. Сейчас мы вам водичку дадим. Так, показываю, как мы тут обосновались. Палатка уже стоит. Там место под шашлычок. Никита уже купается. Ох, ветер.
А там, кстати, противоположный берег, где я снимала прошлые влоги. Там мы отдыхали, а на этот берег мы плавали сюда на каяках. Ой, какой ветер классный. Вот видишь, Ленин. Сюда? О, как ты там сделал. Вот что значит настоящий геолог. Тёмик, давай-давай, садись, пей водички. Собаки, напейте водички. Мои собаки. Тенечки. Так, тут у нас костер. Сейчас будет уха. Так, да, варим уху. Сейчас я покажу, какую рыбку я ложу. Смотрите. Это называется свистулька. Вот такая длинная. Я даже не знаю, что это такое. Смотрите, как она. Прикольно. Вот. Вот такая свистулька. Сейчас покажу еще потом, что я еще ложу. Моя большая ложка. Так, ну что, свистульку забросили. Сейчас покажу. Я ее, правда, конечно, мы ее порубали, порезали. Здесь еще барабулька. Вот такая целенькая. Целенькие барабульки. И кусочки такого леща. Вот, лещ. Вот, все. По три штучки. И сейчас я добавлю еще брокколи в самом конце. Такая будет у нас отменная уха. Тут у нас кальчик. Рыбка жарится. В фольге она будет жариться, конечно. Это рассвет. Яша, иди сюда. Яша, иди сюда. Яша, иди ко мне. Что покажем? Мы встречаем рассвет. Как красиво. Ой, петухи поют.